Всем привет, друзья мои! Сегодня нас с мужем пригласили на пикник. Наша близкая знакомая из Грузии, она здесь рядом купила квартиру и пригласила, зарезала барана. Вот с мужем делают мангал и нас пригласила в воскресенье. Собрались и идем. Как у вас настроение, как дела, что приехал? Только просто. Всем привет, друзья мои. С вами я, Светлана Атакова. Все подорожало. У нас это все получается. Как вкусно мы поели. Вот такая у нас интересная жизнь, Мерсини. Я сама тоже с душа. Мы все только. Сегодня решила выспаться. Вчера ночью много рисовала. Знаете что? Прохладно, никак не придет весна, поэтому, мои дорогие, хорошо, что я взяла шарфик, мы будем на во дворе там на природе сидеть, кайфовать. Сейчас хотим купить сладости. Турция и так делает, я спросила Ашкема. Ну и со сладостями пойдем в гости. Сколько людей сегодня на набережной, смотрите. Она живет рядом здесь, поэтому мы в этом районе. Видите, сколько людей. Воскресный день, Мерсини. Сколько чаек. Вы видите, сколько чаек, сколько людей. Люди все повыходили. Но холодно, друзья мои, холодно. Ветер холодный. Друзья мои, какой красивый сито. Так со стороны я не думала, что такое красивое. У всех, посмотрите, такие верандочки. Видите, как живут люди на первом, у кого первый этаж. У всех так классно. Как классно, смотрите. Да. Деревья посадили, летние дома называется. Вот видите, тут тоже Кира сдают. Бекадар. Сдают такой домик. Ну, зимой не знаю как, но летом классно. Смотрите, бассейн есть. Отлично. Красиво. Посмотрите, какой бассейн здесь. Вот такое сито, беседки. Как интересно. Рестораны. Тут, наверное, мы будем нас кайфовать. Даже огородики. Вы видите, какой красивый сито. Итак, где мы сидим, занимаемся? А, здесь вот Лейлочка. Друзья мои, посмотрите, что сегодня на нашей полянке происходит. Столько людей, пикник делают. А вот и наш стол. Наши грузинские подружки Эка, Лейла, они из Грузии. Лейла купила в этом доме квартиру и стала к нам поближе. Какие салаты. Посмотри, сейчас покажу наши. Эка вообще молодец. Эрджими кесты. Там есть блог. Да, в Инстаграме у нее такую вкуснятину она готовит. Можете пройти посмотреть. Сейчас у нас будет мясо, мы будем кушать, готовить. Смотрите, вот тут тоже другой стол сел. Эфенди. Посмотрите, какой кекс сел. А вот и наше мяско, друзья мои. Солнышко уже начало греть. Мама. А, ну, чанс.
Гулянка продолжается у нас с мужем. Друзья мои, гулянка наша продолжается. Мы пришли с мужем в ресторан, наш любимый ресторан «Лиман». Потому что 7 часов еще рано спать ложиться. Я действительно рекламирую этот ресторан. Посмотрите, сколько они приносят закусок. Вы видите, сколько закусок, какую большую тарелку салата. Реклама я пью в этом ресторане. Посмотрите, действительно, очень такие добросовестные люди. Столько всего еды, я даже и кушать не захотела. Потому что всегда, когда я кушаю это, мне места нет на основное блюдо. Вот мы сейчас будем со школы продолжать наш вечер. 8 часов оказалось. 8 часов. Приятного нам аппетита. Какой вкусный кебаб мне принесли, моему ашкему. Приятного нам аппетита. Укреди Фейсбука. Фейсбук. Укреди. Ким ярдым приятным? Она сара хэптис язды. Язды. 118 kişi yazıyor. 110? Yıldız oldu benim babacığım. 118 kişi yorum yazıyor. Друзья мои, мы так хорошо с Сашкой. Кстати, я очень поздно сориентировалась насчет мукбанга. Ну вот мы сидим в ресторане, мне такой шпинат, испанакли. Испанакли нешкин? Бюрек. А также такую маленькую мини-пиццу, мини-лохманджу. Как нужно есть. У нас такой стол, обалдеть какой. Друзья мои, это очень вкусно. А также сейчас откроем все. Лимон здесь едят везде, в Турции. Посмотрите. Видите? Это очень вкусно. Вы поверите или нет, я прихожу только из-за этой лохманджу и из панаколы пирожка в этот ресторан. Это действительно очень вкусно. Очень вкусно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.